Я единоборствами начал заниматься в 20 лет, именно профессионально уже. Но до этого я занимался спортом с первого класса. Мое мировоззрение немного поменялось, не немного, а, наверное, кардинально поменялось тогда, когда я попал в команду Федора Емельяненко, это Старый Оскол, команда Александра Невского. Я увидел, как ребята тренируются, что они делают для того, чтобы быть чемпионами. Для меня это самый главный бой в моей карьере, так как победить бы на Аскрена – это выйти на другой уровень. Я хочу привезти поезд в Россию, себе домой, в город Сельцо. Моя семья гордится мной, за что им большое спасибо. Она очень поддерживает меня во всех моих начинаниях, хотя и переживают за меня очень сильно, но мне это придает сил, то, что они верят в меня, поддерживают. Он дрался только с одним русским бойцом, это Андрей Корешков. И, ну, я считаю, если бы они сейчас сошлись, то он бы не придержался раунда. Я хочу доказать, что он не прав в своих словах. Я всю свою сознательную жизнь стремлюсь к этому. Это моя цель – стать чемпионом. Это очень важно. Потому что у меня есть все навыки, чтобы им стать. Я хочу это очень. И я иду к своей цели.